Награды от регионального управления МЧС в годовщину создания ЦУКС также были вручены ветеранам и тем, кто на протяжении долгого времени тесно сотрудничает с тревожным ведомством. Благодарственное письмо получила журналист нашего телеканала Светлана Барашкова. В своих репортажах она неоднократно освещала деятельность Центра управления в кризисных ситуациях. Руководство регионального управления выразило надежду и на дальнейшее плодотворное сотрудничество.